Серебряные волонтеры в деле. В Сургутском кардиодиспансере тканевые маски для врачей и пациентов начали шить ветераны больницы, которые ушли на заслуженный отдых. С инициативой они выступили сами. Дело это не хлопотное, решили они, да и чем еще заняться в режиме самоизоляции, если не помогать родной больнице. В кардиоцентре к идее отнеслись весьма положительно, масок пока хватает, но резервы нужно пополнять. За несколько дней серебряные волонтеры сшили 300 многоразовых масок. Подробнее расскажет Ольга Придоха. Вот, все, чтобы это было вот так аккуратненько, красиво. Чтобы доктора наши были красивые. Вот так, по-матерински, с любовью и заботой, Валентина Виноградова уже несколько дней шьет тканевые маски. Как и положено, из дома югорчанка не выходит, но при этом хочет быть полезной родному кардиодиспансеру. В больнице она проработала регистратором 13 лет, а год назад вышла на пенсию. Мы всегда готовы к нему прийти на помощь в любое время дня и суток, особенно нашему главному врачу. Мы бесконечно ее любим и уважаем, поэтому, как сказали, помощь нужна, конечно, мы придем на помощь. И вот за 2 дня я постаралась пошить. Чем больше, тем нашим докторам нужна помощь, работать надо. В кардиоцентре такой помощи только рады, особенно сейчас, когда масочный режим нужно соблюдать не только медикам, но и пациентам. Запасов хватает, но резервы пополнять нужно постоянно. Самый быстрый и надежный способ – попросить умелец, ветеранов центра. В диспансере уверены, они точно не подведут. Мы им выдали материал, они шьют многоразовые маски, которые, в общем-то, у нас разработан стандарт обработки этих масок. И немедицинские работники, пациенты, которые находятся на стационаре, которые тоже должны соблюдать масочный режим, вот используют те маски, которые шили наши волонтеры. Сшитые руками волонтеров маски каждый день забирают в больницу, где их обрабатывают в специальных автоклавах, а затем проглаживают при температуре до 170 градусов. Только так маски можно считать стерильными и использовать даже в операционной. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.